Программа развития застроенных территорий в Улан-Удэ стартовала еще в 2014 году и подразумевает кардинальные изменения внешнего облика нашей столицы. Как, например, здесь, на улице Свердлова. Данная площадка выбрана потому, что здесь можно посмотреть все этапы. То есть здесь есть старые неприглядные дома, как вы говорите. Есть дома, которые мы уже снесли, и работа на которых ведется. Есть уже готовые объекты, то есть введенные в эксплуатацию с детскими площадками, со спортивными площадками. То, как будет выглядеть город после реализации нашей программы. Активное строительство предполагается не только в центре города, но и на окраинах. Застройка обещает быть масштабной во всех смыслах. Например, на улице Смолина строится жилой дом в 18 этажей, а в скором времени в районе элеватора появятся современные 20-этажные здания. Конечно, чтобы снести старые дома, нужно сначала расселить жильцов. Однако с этим проблем не возникает. Значит, граждане переселяются в равнозначное по площади, но комфортное и благоустроенное жилье. Значит, количество зарегистрированных не имеет значения. И, естественно, обязательно наличие правоустанавливающих документов, либо договора социального найма. Это касается муниципального жилья. Отметим, что в каждой такой многоэтажке будет все для удобства жильцов. Грузовые и пассажирские лифты, парковки, игровые зоны. Сами квартиры будут в черновой отделке с установленными стеклопакетами, радиаторами отопления, счетчиками и электропроводкой. Ориентировочно программа рассчитана до 2024 года. Однако после выполнения плана, по мере износа других зданий, застройка будет продолжена. Руслан Батуев, Виктор Марханов. Новости дня.